11 июня 1944 года. В нескольких милях к востоку от плацдарма Омаха британские войска штурмуют важный форпост противника – город Кан. Им противостоят превосходящие силы немецкой обороны – элитные бронетанковые дивизии. Командование союзников направляет в Нормандию 7-ю бронетанковую дивизию – бойцов-ветеранов, получивших прозвище «пустынные крысы». Перед ними стоит задача прорвать западный фланг немецкой обороны и открыть союзникам путь к Кану. Внимание! Макгрегор со вторым отрядом отправится по этой дороге. Они атакуют фрицев с правого фланга. Все остальные пойдут через сад и будут держать фрицев в напряжении. Вперед! Фрицы! Червя! Враг уничтожен!
отсюда! Хуя щитов! Прикончить этих немцев! Shoot! Please! Nicht schießen! We have wounded here! Не стрелять, парни! Да мы их тут штырелями укладываем! Отставить огонь, это приказ! Как скажете, сэр! Макгрегор, иди сюда! Помнишь немецкий грузовик на восточной стороне? Так точно, сэр! Его нужно починить и привезти сюда! Сержант Дэвис, пойдете с Макгрегором! Нам надо перевезти всех этих янки! Так точно, сэр! Дэвис, собирайся! Там могут быть еще фрицы! Мы выиграли одно сражение, но война еще не закончилась! Thank you.
Давай, Дэвис! Сюда, к грузовику! Ганцы даже оставили нам полный бак. Почти завел. Есть! Держись, Дэвис, будет трясти. Ганцы даже оставили нам полный бак. Почти завел. Есть! Держись, Дэвис, будет трясти. Парни, вот и грузовик. За дело! Отлично, сержант! Знаешь, Дэвис, я почти завидую этим бедным янкам. Для них-то война уже окончена. Нам приказано взять контроль перекрёсток в этой деревне и удержать его до прибытия нашего.
Зданием слева! Прикройте его! Вперед! Передовой!
вражеская пехота! Наши машины! Yeah.
немцы! Погасите людей! Так что будьте начеку. Выступаем!